16-килограммовый чугунный колокол теперь возвышается в центре города. В рамках проекта создания экоиндустриального технопарка «Старый Демидовский завод» сотрудники музея и энергетики Евраз НТМК установили сигнальный столб на плотине Куйбышева. Опора и крыша были воссозданы по чертежам конструкции 1928 года, а сам колокол сохранился еще с тех исторических времен. Это все наследие, историческое наследие, индустриальное наследие. И у нас в этом году, в 2018 году, 90 лет вот новой восстановленной плотине. Мы хотели, чтобы это стало традицией, и на каждой плотине демидовского хозяйства, чтобы был восстановлен такой столб, и все понимали, что это все единое целое, единое горнозаводское пространство. Сигнальные столбы во времена Демидовых служили вестниками надвигающейся опасности. Работники заводов били в колокола, например, весной, когда поднималась вода в реках. Сейчас такой необходимости нет, и сигнальный столб – это один из экспонатов музея и новая достопримечательность Нижнего Тагила. После реконструкции площадки прикоснуться к истории в буквальном смысле можно будет каждому желающему. Установка колокола – первый этап благоустройства территории Вишнящего проезда старого металлургического завода. В планах у руководителей проекта «Старый Демидовский завод» – приведение в порядок правого берега реки Тагил и постройка смотровой площадки. Она, говорят сотрудники музея, будет зрительно отделять современный город от старого завода.